Что водителю городской маршрутки вот жизнь отравляет больше всего? Дорожная разметка, дорожное покрытие, неадекватные пассажиры в большинстве случаев этого. Поехали по остановкам. По остановкам стоят у нас таксисты. Постоянно стоят таксисты. Подъехать везде тяжело. Невозможно, да. То есть вот нас как бы за это штрафуют, да, что мы не можем подъехать к остановке, а это не от нас зависит, потому что ну, мы в принципе не можем подъехать. Чистили плохо, можно сказать, вообще не чистили дороги. То есть вот мы здесь вот стояли, вот как бы, да, наш конечный остановочный пункт, мы стояли прямо вот, можно сказать, посреди дороги, потому что вообще было не расчищено. Машины все побросали, расчистить даже не то, что невозможно, оно просто даже никто и не чистил. Машины даже и посреди дороги. Да, оно даже никто бросали? И не чистил. Вообще, в 2009 году это самое тяжелое было. Потому что до этого хоть как-то чистилось, хоть что-то как-то, да, убиралось. А в этом году вообще никак. Люди жалуются, вот вы не подъезжаете, вы не выезжаете, интервалы большие. Но от меня это не зависит, правильно же. Да, я понимаю, что в правилах у нас написано, что маршрутка как бы не имеет преимущества, да. Но вот он будет ехать, он будет давить, потом, если вот, не дай бог, перед ним как-нибудь выйдешь с остановки, да, он же потом будет ехать, вот, ну, понятно, есть такие неадекватные, и будет ехать и учить. Опять-таки учить полная маршрутка людей, ну как, ну тут люди не понимают, как ты собираешься учить меня. Ну, самый главный плюс, то, что это как бы, знаете, хоть какие-никакие, но деньги как бы каждый день, они вот живые деньги. А большой минус это то, что морально устаешь, физически устаешь, ну и как бы здоровье здесь портится, нервы портятся, и здоровье портится конкретно. Это, да. Процентов реально не хватает, ну процентов 40 водительского состава. Я не знаю почему, то ли это сейчас не престижно, то ли они не видят денег, то ли не хотят работать, потому что легче пойти сесть куда-то в офис и ничего не делать, получать 25-30 тысяч рублей, да, или зарабатывать нормальные деньги. У нас водители работают, те, которые уже привыкли, ну, я здесь 18 лет, да, ну, некоторые работают прям с момента, как я пришел. Постоянные пассажиры у вас есть, вот, которые садятся там в одном месте, есть, да, которые есть, здороваются, есть, как, да, которые вас знают? Здороваются на нашем маршруте, вряд ли кто-то будет здороваться, у нас такие, знаете, это... У нас... Плюнуть в спину, да? Да, у нас такие пассажиры, что здороваться они не будут. Вот я говорю, на протяжении 15 лет одни и те же ездят, потому что с нами ездит мехзавод. Правильно, они там все работают одни и те же. Вот, вот. Облаять, обхаять могут, но не поздороваться или там сказать спасибо, да. За один день, например, сколько не оплачивают? За один день, что-то 10, 15, 20? Нет, больше. Да, они все стараются в заднюю дверь, а задняя дверь, соответственно, половина не платит. То есть вот зашло в нее 10 человек, да, вот, допустим, на одной остановке, 5 не заплатили. Нервный стресс и холод сохраняет молодость. Ну да, тут же у вас ни помещения никакого нет. Ничего нет. Ни вагончика, ни бытовки. Машина. Обед в машине, все, что нужно в машине, вот, туалет, вот, пожалуйста, могу сюда, еще про детей, заходят в автобус, за детьми не смотрят, если где-то толкнул что-то там, какая-то яма, почка, вот такой случай был, вот зашли с ребенком, мамаша в телефоне, там чем-то занимается, ребенок прыг-скок на сидушке, водитель едет на очередной почке, он рухнул, ребенок копа под сидушкой оказался, кто виноват? Конечно, водитель. Просто во всем виноват водитель. Я не знаю, в чем они только не виноваты, бедные бывают. Морально многие не выдерживают. Хотеть хотят, но морально не выдерживают.